Торнадо Energy. Do damage. С Фоксом. Фокс отменяет вызов. Где Фокс? Фокс, иди сюда. Фокс, Фокс, Фокс. Фокс. Ой, нет. Не надо больше. Не надо больше играть. Так. Это так. Это так. Это... Продолжаем. Мой друг уже отыграл? Я не знаю. ХП Иллюминати конфирмит. Вот да, Иллюминати конфирмите понравилось, конечно. Сойдет, просто сойдет. Я только сейчас пришел, это что за видос был? Просто всякие фан-видосики по хайсику. Капитан, мне показалось, тебе понравилось выбирать музон из моего плейлиста, поэтому лови еще на выбор. От Rollbro. Так, а почему там пробел 5 в конце? Меня пугаешь. Как так выходит, что там пробел 5 в конце? Или там реально пробел 5? Ладно, я оставлю пробел 5. Или, может быть, это так типа переносится хитро. Ладно, спасибо большое, Rollbro, за поддержку. Ладно, потыкаемся, потыкаемся. Так, кстати. Хотим ли одну? Давай одну учительницу магии оставим. На, распечатаешь себе. Что там? Папа Иллюминати, везде треугольники. 7-4-3. Господи, выберете три карты. Про выберете три карты, это очень смешно. Два саженца, 1-1. Так, давай подумаем. Делаем сейчас 2-3 или 2 саженца 1-1? Давай возьмем 2 саженца 1-1. Привет, Кэп, смотрели уже Рейджорг? Еп. Там не должно быть пробел. Ага, я понял. А, просто топорик. Как-то даже странно, что ли. Ну, здесь тебе придется инвестировать дофига. Чик-чик-чик. П-п-п-п-п-п-п-п. Ой, я знаю, это Хацуне Мику. Я уже узнаю этот яд. Если это японояд, то японояд. Так, слушай, тут надо как-то двояко сыграть, ну что? Это что за канал сейчас был? Hearthstone Plays, как-то так. Я не знаю, как назовем. 5-5-5-5-4-6. Давай-ка вот так вот. Пока так. Пани Харстон же. А мой трек уже был? Не знаю. Все в очереди, ребят, все в очереди. Поглядите на стене ВКонтакте. Это. У меня на стене ВКонтакте. Вот сейчас будет стрельба. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Что, больно? Нет, не больно. Ха-ха. Так, я могу... Ну, у него как бы раш в
дека по большому счету. А, господи, это же Фокс. Мы же знаем, что у него пираты. Фак. Пропуск пока. Что игноришь? Я не видел твоих сообщений. Получает способность маскировка каждый раз, когда вы призываете пирата. Он, кстати, не пират. Еще Даренки исправь. Я могу свой косарь, который задонил на бухлостым, перевести на Осу. Я знаю, что ты любишь эту игру. Смотри, если ты никаких торчанских не заказывал, то можно, наверное. Можно задонить на стрим в D2, по D2 в коопе со мной, да. Ready for fun? Нет. Спрашивает Фокс. Нет. Упс. Окей. Спрашивает Ридили, я Фафан. Это, походу, был его план на игру, ребят. Видимо, да. Видимо, да, это был его план на игру. Носит 2 единицы урона. Очень skill-based. Твою мать, господи, какая грязь. Неплохо сыграно. Сука. Пиратская рога. О боже, пират. Киберспорт бокс. А, боже мой. Просто. Да. Да, 20-й ранг Фокс представляет. Давай еще, я больше... Нет, я больше с Фоксом никогда не сяду играть. Это грязь, господи. Да этого не бывает вообще. Рили, такой топор роге, это изи лего. Это просто жесть. Так, ладно, пора вам, ребята, собрать мне...